Канал Gold Game представляет. Роналду удивится, когда узнает, что о нем сказал Клопп. Вертонген получил ужасную травму и чуть не умер на поле. А Криштиану купил самый дорогой авто в мире. Приятного просмотра. Криштиану Роналду отдал бешеные бабки за самый крутой в мире Бугатти. Крутая и пафосная тачка модели, которая по-русски звучит как черная машина, обошлась футболисту в 11 миллионов евро. А мощность двигателя авто составила 1500 лошадиных сил. Машина развивает скорость до 420 км в час. Правда, в гараже Роналду авто окажется не раньше 2021 года. А до этого времени инженеры будут заниматься ее наладкой настроек. Тем временем настройками своего здоровья должен заняться и защитник Тоттенхэма Ян Вертонген. Во вчерашнем полуфинале матча Лиги Чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом бельгийский защитник в воздухе столкнулся с партнером по команде Тоби Альдервейрлдом. Из носа Яна полилась струя крови, а чуть позже его даже вырвало прямо на поле. При этом медштаб разрешил футболисту вернуться на поле, но уже через несколько секунд Вертонген чуть не потерял сознание и был заменен. Диагноз пока не определен, но возможно это черепно-мозговая травма. Удивительно, как врачи Тоттенхэма выпустили защитника, ведь он в любой момент мог умереть прямо на поле. Ужасная ошибка врачей чуть не стала фатальной для футболиста. Перед матчем второй полуфинальной пары «Барселона-Ливерпуль» тренер мерсисайдцев Юрген Клопп высказал свое мнение о лучшем футболисте мира. «Месси – это лучший из футболистов, которого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов. Мой отец вчера говорил, что лучший – это Пеле. Но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет». Конечно, это, мягко говоря, не очень понравится Роналду, который сейчас считается лучшим футболистом в мире. Сегодня команде Клоппа предстоит сдержать лучшего футболиста мира, по мнению самого тренера. Как вы думаете, Ливерпуль сможет хотя бы побороться с Барселоной или Камп Ноу? Напишите ваше мнение под этим видео. Канал Gold Game представляет. До скорых встреч, любители футбола!